Российская футбольная премьер-лига и генеральный партнер чемпионата России по футболу букмекерская компания «Лига Ставок» презентовали спортивную премию «Лига Фэйрплей». Идея создания данной премии появилась изнутри самой компании «Лиги Ставок». Когда стал вопрос об учреждении премии, топ-менеджмент практически единогласно предложил эту премию по принципам «Фэйрплей». Это явно должно повлиять на зрелищность, на популяризацию отечественного футбола. Команду, достойную этой награды, будут определять по итогам каждого месяца и сезона. Критериев честной игры 6. Количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику и судьям, поведение представителей команд и болельщиков. Эту идею наши партнеры из Лиги Ставок поддержали. Активно мы ее проработали с клубами. Считаем, что она очень полезна с точки зрения взаимного уважения ко всем участникам нашего чемпионата, нашего футбольного сообщества. Первый лауреат премии «Лига Фэйрплей» по итогам июля – футбольный клуб «Краснодар». Приз команде представители РФПЛ и букмекерской компании «Лига Ставок» вручат 27 августа на игре 8-го тура чемпионата страны.